Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Ольга. Я хочу познакомить вас с новой коллекцией фабрики декору Little Elephant. Это яркая детская коллекция с очаровательным розовым слоником. В этой коллекции вы найдете бумагу двух размеров 30,5 на 30,5 сантиметров и 20 на 20 сантиметров. Ее плотность 200 грамм на метр. В каждом наборе 10 двухсторонних листов по 2 дизайна. Фишки также выдержаны в общем стиле и станут отличным декором для ваших работ. И еще один приятный бонус вы получаете вместе с большим набором бумаги. Это карточки и теги. Они представлены также на двух языках. Все слова и фразы в них очень милые и помогут подчеркнуть в альбоме нежность возраста и родительскую любовь к малышке. С обратной стороны обложки лист для вырезания, и эти милые слоники непременно вам понравятся. Пастельные геометрические принты дополняются яркими цветочными мотивами. Бумага отлично сочетается между собой и дополняется милыми иллюстрациями. А также новинка в этой коллекции, которую, несомненно, многие ждали. Это набор бумажных высечек на листе форматом 30 на 30 сантиметров. Плотность бумаги 250 грамм на метр. Они архивного качества. В наборе 50 штук. Размер элементов от 2 до 8 сантиметров. Они прекрасно сочетаются с бумагой, легко вынимаются и уже готовы к использованию. Высечки специально разработаны для этой коллекции и станут прекрасным дополнением к вашим скраб-проектам. Материалов этой коллекции у меня получилась шкатулка для хранения памятных вещей с мини-альбомом. Внутри есть место для первого фото. Также внутри шкатулки хранятся маленькие коробочки для памятных вещей. Мини-альбом размером 15 на 15 сантиметров в виде гармошки.
В альбом помещается 8 фотографий. Можно использовать как с первых моментов жизни, так и менять по необходимости. Его можно также использовать в виде настольной фоторамки. Поспешите за новинками. Приятного вам творчества. Спасибо за просмотр. До новых встреч!